Здравствуйте! Вас приветствует электронный гипермаркет Метрика.ру и ваш видеоэксперт Нина. Сегодня мы поговорим о пробковом покрытии. Пробковое покрытие – это натуральный материал, который отвечает всем требованиям экологичности и является незаменимым в современном строительстве. Пробка характеризуется прочностью, легкостью, мягкостью. Кроме того, она очень приятная на ощупь. Также важной характеристикой пробки является эластичность и высокий показатель упругости. Если вы выбираете пробку в качестве напольного покрытия, то здесь важной характеристикой пробки является способность выдерживать высокое давление, в том числе и точечно, что очень актуально при наличии в комнате тяжелой мебели. Для улучшения потребительских свойств пробку иногда обрабатывают специальными составами для придания ей еще больше прочности и износостойкости. Пробковое покрытие используют в качестве напольного и настенного материала. И какую бы пробку вы ни выбрали, всегда обращайте внимание на однородность цвета, рисунка и текстуры каждой ламелии. Если вы выбираете пробку для пола, то существует два основных вида подобной пробки. Это так называемый плавающий тип пробкового паркета с замковым соединением и клеющий тип. Оба этих типа находят широкое применение в жилых помещениях, и выбор зависит от желания покупателя. Однако стоит отметить, что если вы остановили свой выбор на плавающем типе пробкового покрытия, то его укладку стоит доверить профессионалам. Если вы выбираете пробку для таких помещений, как ванная комната и санузел, то лучше остановить свой выбор на технической пробке или клеющем типе пробкового покрытия, так как их обрабатывают специальным составом, который предотвращает набухание пола. Плавающий пробковый паркет лучше всего использовать в помещениях, где показатель влажности не превышает 50%, например, в детской комнате, спальне и прихожей. Итак, для каких же помещений пробка особенно актуальна? Во-первых, конечно, это детская комната. Кроме своих основных достоинств экологичности и абсолютной антиаллергенности, пробка обладает звукоизоляционным эффектом и не притягивает пыль, что особенно актуально при наличии в доме маленьких детей. Для спальни пробка является идеальным выбором благодаря своей пористости и упругости. Таким образом, она оказывает ортопедическое действие, снижая давление на позвоночник. Кроме того, приятным свойством пробки станет ее теплота. Поскольку пробка поглощает тепло человеческого тела, в отличие от других материалов, достаточно медленно, она может служить в некоторых случаях достойной заменой теплым полам. Для кухни пробка подходит, поскольку за ней очень просто ухаживать. Достаточно ее протирать всего лишь влажной тряпкой. С вами был электронный гипермаркет Метрика.ру и ваш видеоэксперт Нина. Вступайте в наши группы и задавайте мне вопросы в социальных сетях и следуйте за мной в Твиттере. А главное, помните, что Метрика предоставляет вам широкий ассортимент товаров, а выбор всегда остается за вами. До встречи!